Сегодня в столице республики стартует фестиваль детского телевидения «Включайся». Дети до 18 лет создадут творческий коллектив, снимут сюжет, смонтируют его и затем представят жюри для получения оценки. Участников ждут творческие встречи с известными режиссерами, журналистами, педагогами, технические мастер-классы по обучению и работе с программным обеспечением и техникой, которые используются для производства телевизионного контента. Фестиваль организован Национальной ассоциацией телерадиовещателей при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и правительства Башкортостана. Фестиваль продлится до 8 июня.